Зв'язку з нами Грузія. Нона Мамулашвілі, членкиня парламенту Грузії, партія «Єдиний національний рух». Нона, доброго вечора. Я перейду на російську мову для того, щоб ви мене розуміли. Скажіть, пожалуйста, зараз я читаю, що дуже складна ситуація на пункті, який називається Верхній Ларс, на границі між Росією і Грузією. Там дуже велике скоплення бажаючих уїхати з Росії. І зі сторони Росії туди підогнана тяжела техніка, БТР для того, чтобы, как пишут паблики, не дать прорвать границу. Готова Грузия к очередному витку? Вы знаете, ситуация на самом деле довольно тяжелая, и она ухудшилась со дня объявления мобилизации, потому что население, мужское население Российской Федерации начало искать возможность выйти как-нибудь из страны, и учитывая, что у Грузии безвизовый режим, и у нас прямая граница, то первый пункт назначения, естественно, для них стала Грузия. По сегодняшним данным, да, нам показывали кадры, снятые с дрона, около 30 километров стоит очередь. Только что показывали в эфире вот эту очередь огромнейшую на границе, да. Угу. Да, и ситуация на самом деле очень, очень, очень тяжелая и очень серьезная, потому что эти люди, которые часть переходит пешком, часть на машинах и так далее, первое то, что у Грузии сейчас так называемые 20%, то есть 20% территории у нас оккупировано Российской Федерацией. На нашествие, так сказать, граждан Российской Федерации, это не новое, оно продолжалось в течение всего лета. И мы видели, что сначала нам это продавали как туризм, но туризм — это люди, которые приезжают и уезжают, но эти люди приезжали и уже не уезжают, потому что они покупали здесь недвижимость, открывали экономическую деятельность и обосновываются в Грузии. А второе, для самой безопасности страны это довольно опасно, потому что мы не знаем, кто эти люди. Так как нет никакого визового режима, нет никакого контроля, кто сюда переходит, мы не знаем, диверсанты эти люди, на самом деле они политическое убежище ищут в Грузии и так далее, или туристы. Поэтому, опять же, эта опасность тоже существует. И третье, то, что эти люди, они образовывают меньшинство у нас в стране, потому что Грузия, даже во время Советского Союза, в Грузии не было русскоговорящего меньшинства. И поэтому Россия не смогла сделать то, что она сделала в других советских странах. Сейчас что у нас происходит? То эти люди, которые обоснуются в какой-то момент в Грузии, потому что те, которые сейчас, особенно после мобилизации, пересекли границу Грузии и остаются здесь, они будут считаться дезертирами. Mm-hmm. Естественно, они не смогут вернуться к себе на родину, потому что их или арестуют, или пошлют на фронт. И эти люди, которые сейчас на территории Грузии, они будут здесь жить. И опять же, возвращаюсь к тому, что у нас формируется русскоязычное меньшинство, которое никогда не существовало в Грузии. Мы знаем, как проходят процессы и как действует так называемая российская... А потом через 10 лет Россия придет защищать русскоязычное меньшинство, как это знает уже наша история. Мы уже знаем, да. Естественно, это все повторяется. Я думаю, что ничего нового они здесь не предпримут. На самом деле эти люди обоснуются здесь. У нас будет меньшинство, у нас будет большое демографическое изменение, потому что, учитывая, что в Грузии 3,5 миллиона жителей и очень много покидают страну из-за политической нестабильности, из-за экономической ситуации, то на самом деле вот это заполняется гражданами Российской Федерации. У нас нет никакой политики, Вот еще о чем хочу спросить, Нона. Смотрите, я знаю, что нынешняя власть российско ориентирована в Грузии, поэтому очень лояльно относится к политическим процессам российским, но большое количество граждан помнят 2008 года о том, что Россия оккупант. Вот как вы считаете, может это привести к конфликтам уже внутри страны, когда большое количество русских оккупантов теперь в статусе беженца?
Это будет очень серьезной проблемой, потому что мы видим, что люди, которые приходят на территорию Грузии, мы часто следим за теми чатами, которые они ведут между собой. Эти люди на самом деле переписываются, что они должны снимать георгиевские ленточки со своих машин, что они должны снимать знак Z со своих машин. То есть они со знаком Z убегают из России, да? Ну, они уже знают, что они с этим знаком сюда не пройдут, и снимают это перед... Ну, то, что это читается в группах. И они знают, что, ну, на самом деле, они уже не смогут перейти с этими знаками. Но это отношение этих граждан, вот эта масса, которая приходит к нам, она на самом деле оправдывает и поддерживает то, что Россия творит в Украине. То, что она творила в Грузии в 2008 году, они говорят, что это для них не касается, они не вмешиваются в политику. Как это понять, если они не вмешиваются в политику, то они бегут от политики своей же страны. И приходят в те страны, где Россия провела геноцид и на территории Грузии, и на территории Украины. И вот эти люди говорят, что политика их не касается, но они приезжают с лентами, и они приезжают со знаком Z. Поэтому скажите, вот пожалуйста, есть хоть какая-то вероятность, что грузинская власть будет принимать решение по поводу запрета въезда или введения виз или каких-то вот таких вот действий? Я думаю, что оппозиция требует уже давно введения визового режима, и предоставила несколько инициатив. Также закрытие границ было одной из наших требований. Грузинское правительство, оно, скорее всего, закроет границы только по требованию со стороны России, если этих граждан, мужчин военного возраста не надо будет пускать на нашу территорию. Но я думаю, что сегодня уже еще распространилась информация, я не знаю, она подтвердилась или нет, что российская сторона закрывает уже границы для мужчин военного возраста, я не знаю точно, как они называются. Так что даже это уже не нужно будет делать нашему правительству, потому что проблема решена со стороны Российской Федерации. И даже если бы они это предприняли... Еще Ростовская область на въезд и выезд закриває можливість мандрувати російським чоловікам. Спочатку військомат, а потім дозвіл на виїзд. Ну, схема приблизно така. Але масово поки що, я так розумію, що це рішення не прийнято, хоча його очікують. Скажіть, пожалуйста, от ваша партія за вступлення в НАТО, в ЄС і возобновлення контроля Тбілісі над утраченими територіями. Що збираєтесь зробити? Ми вже доволі давно продолжаем эту борьбу. Эта борьба ни году, ни второй продолжается. И очень тяжело, на самом деле, учитывая ситуацию, которая сейчас в Грузии, то, что у нас олигарх управляет всей системой. И, к сожалению, грузинское правительство держит так называемый нейтралитет, который, к сожалению, он не существует сегодня. Нет уже нейтралитета. Есть черная и белая сторона. Есть демократические страны, которые поддерживают Украину. И есть страны, которые, к сожалению, оказались в списке друзей России. И грузинское правительство оказалось вот в этом вот списке, что, конечно, очень трагично для нас. Но я думаю, что это продолжение нашей борьбы. Мы просто должны делать максимально все, чтобы, первое, путем выборов избавиться от нынешнего правительства, от нынешней правящей власти и продолжить тот выбор, который был сделан народом Грузии. А это означает НАТО и Евросоюз. Спасибо огромное. Спасибо за включение. Це була Грузія Нона Мамулашвілі, єдиний національний рух, членкиня грузинського парламенту. Ще раз дякую вам за включення. Що ж ми